Продолжается визит президента Беларуси в Молдову. Сегодня главы государств приняли участие в церемонии «День поля», приуроченной к старту посевной кампании. Александр Лукашенко и Игорь Дадон посетили Институт растениеводства «Порумбень». Так с молдавского переводится «кукуруза». Здесь ученые занимаются тестированием сортов этой культуры. Лидеры прошлись по выставке современной белорусской сельхозтехники, обсудили с руководством института развитие сотрудничества между странами в сфере растениеводства, а затем на тракторах засеяли поле. К слову, 95% техники в молдавских полях белорусского производства. Новый уровень торгово-экономических и культурных отношений между столицами Беларуси и Венгрии. Сегодня в Будапеште начинаются Дни Минска. Свою продукцию презентуют пищевые предприятия, резиденты городского технопарка, объекты туристической отрасли. Ожидаются переговоры мэров и подписание соглашения о сотрудничестве между районами. Также Минск и Будапешт расширяют сотрудничество в транспортной сфере. Планируется, что венгерские специалисты посетят Белкоммунмаш, чтобы рассмотреть возможность создания совместного предприятия. Главы крупнейших информагентств СНГ собрались в Минске. В исполкоме Содружества прошло заседание информсовета. На нем обсудили основные критерии в освещении культурных ценностей и традиций народов стран СНГ. 2018-й в Содружестве – год культуры, а следующий объявлен годом книги. Участники заседания также ознакомились с работой крупнейшего информационного агентства нашей страны «Белта», которое в этом году отмечает столетний юбилей.